Итак, добрый день. Сегодня мы с вами создаем два вида слухового окна. В первую очередь я буду базироваться только на кровельном настиле. Материал стен я буду использовать по умолчанию. Вы сможете использовать любой, который вам удобен. Нас интересует два основных вида слуховых окон, в которые в дальнейшем можно вставить необходимые окошки. Первый вид, самый простой, это когда у нас с вами крыша. В ней находится стенка и вставлено окно. Второй тип посложнее. У нас представлено в виде короба такого из трех стен, в который уже в дальнейшем есть маленький участок крыши и можно также вставить окна. Давайте разберемся, как это делается. По умолчанию у меня есть базовая четырехскатная крыша. Мне без разницы, какой ее габарит, абсолютно все равно. Мы с вами научимся их строить универсальным методом. Не забывайте подписываться на канал, мне это очень приятно, особенно это вроде бы как своего рода благодарность за мой труд. Итак, ну если вам информация была полезна и интересна. Что нас интересует? В первую очередь для создания слухового окна, в первом случае мне необходима стенка и маленький участок крыши. Для начала мне нужно замоделировать мою крышу. Что мне необходимо сделать? Я перехожу на план площадка, чтобы увидеть свою крышу целиком, потому что если я перейду на тот же самый уровень 1, она у меня будет подрезана. Я перехожу на план площадка, чтобы видеть крышу целиком. Дальше перехожу в архитектуру. Крыша по контуру. Привязываю к любому уровню, который вам необходим, либо уже созданному, я буду базироваться от уровня первого этажа. Что я делаю? Моделирую крышу маленькую. Маленький участок крыши. И с двух сторон ставлю формирование нашего уклона. По поводу, как строятся все различные виды крыш, у нас с вами было отдельное видео. И согласился с выполнением данного эскиза. Дайте я вернусь. Вот она у меня получилась, проекция. И соглашусь с выполнением данного действия. Сразу же я вижу, что мне необходимо будет ее поднять относительно уровня. Поднимаете вы по своему проекту, настолько, насколько необходимо. Либо мне нужно было бы крышу просто вытащить из эскиза основной, чтобы можно было ее адекватно присоединить. Я ее подниму на 2 метра. Вот таким вот образом, чтобы крыша моя смотрела на мою основную. Вернусь на план площадка. Что мне необходимо сделать теперь? Ну, во-первых, я могу снова отредактировать проекцию, потому что у меня крыша будет не доходить до конца моей основной. Вот она будет с выступом, вот с таким небольшим. Что я делаю теперь? Вернусь на план. Ну, на самом деле, на план площадка возвращаться уже не нужно. Давайте соединим нашу крышу. Подсвечу основной участок. Во вкладке «Изменить» у меня есть функция присоединения стен. Присоединение крыши одна к другой. Соединяю крыши. Один раз нажал по грани основной крыши, присоединил ко второй части. Вот моя точка, где они сходятся в единое целое. На плане площадка это вот этот треугольник. Что я делаю? Вкладка архитектура, стена архитектурная. Здесь мы будем использовать ту стенку, которая вам необходима по вашей проектной части. И от точек пересечения врезания моей крыши одну в другую соединяю. Редактирую проекцию основной моей крыши с учетом того, что она у меня должна доходить до границы моего основного участка крыши. Откачусь назад. Небольшая ошибка. Редактирую таким образом, чтобы моя крыша по эскизу доходила до куда мне нужно. А конкретно это до грани моей стены. Соглашусь с выполнением данного действия, отсоединю элементы крыши. Вот моя крыша, я вижу. Редактирую еще раз, чтобы она ровно соответствовала грани моей стены внешней. Не присоединяя пока ничего. Дальше что я проделываю? Снова присоединю элементы крыши. Вот они соединились. Теперь разберусь со стенкой. Нажму на свою стену. Присоединить верх основания. Присоединяю сначала верх. По умолчанию у меня точечка стоит присоединение верх. Присоединю верх моей крыши. Остались небольшие участки от моих стен, потому что грань у меня определена была не полностью.
Для этого что мне необходимо сделать? Я отредактирую проекцию своей крыши таким образом, чтобы она стала чуть-чуть побольше. А конкретно на толщину моей стенки. Подсвечиваю стенку, смещаю ее таким образом, могу при подсветке на плане трехмерного вида, чтобы она у меня полностью заходила под мою маленькую крышу. Вот я вижу. Снова воспользуюсь присоединить верх основания, стыкую данную крышу. Нигде у меня ничего не выпирает. А конкретно, что у меня, почему выпирала часть стены? Потому что у меня грань моей стены ровно совпадала с перепадом, получается, соединения моей маленькой крыши, крыши основной. Подсвечиваю стенку, мне нужно убрать ее еще снизу. Присоединить верх основания снова. У нас есть галочка «Подсоединить снизу». И нажимаю на основную мою крышу. Смотрю вниз, стенка у меня ушла. Теперь что мне необходимо сделать? Прорезать контур, чтобы у меня из-под моей маленькой крыши ушла моя основная крыша. Воспользуюсь функцией вкладки «Архитектура» «Слуховое окно». Нажму на основную свою крышу, так как я ее буду вырезать именно, поэтому подсвечиваю ее и нажимаю по ней левой клавишей мыши, перешел в редактор создания слухового окна. Навожу курсор, нажимаю на свою стенку. Обращайте внимание на то, что у вашей стены есть возможность у эскиза изменения ориентации развернуть по направлению по внешней границе моей стены и по внутренней границе моей стены. Сейчас откачусь, у меня два раза эскизная линия построилась. Подсвечу, удалю лишнее. Вот, стрелочки, туда-сюда. Сколько бы я их ни приближал, вы их не увидите более четко. Это изменение ориентации нашей стенки, привязки эскизной линии, по которой будет прорезаться эскиз слухового нашего окна. Если я оставлю по внешней границе моей стены, у меня стенка зависнет в воздухе, ни на что она не опирается. Если по внутренней, у меня стенка будет опираться на часть моего кровельного настила. Дальше что? Снова выбрать кромки моих стен и крыши. Нажимаю на свою крышу. Я вижу то, что эскизные линии у меня пересекаются. Воспользуюсь функцией «Обрезать удлинить до угла». Нажимаю на одну эскизную линию, на вторую. На одну эскизную линию, на вторую. Вот у меня получился треугольничек. Соглашусь с выполнением данного действия, у меня прорезалось слуховое окно по заданным моим параметрам. Это первый вид создания слухового окна. Давайте создадим второй вид. Я снова возвращаюсь на план площадка, с другой стороны к своей крыше буду проделывать все то же самое первоначально. Замоделирую маленький участок моей крыши. Включу формирование уклона на необходимых гранях. На трехмерном виде ее подниму, либо отредактирую эскиз на необходимый показатель, пускай на 2 метра. Вот, чтобы она у меня выступала. Теперь что я проделаю? Запроектирую квадратик P-образный из моих стен. Снова план площадка. Вкладка «Архитектура», «Стена архитектурная». И моделирую, могу привязать ее по поверхности, по какой-либо, пускай это будет чистовая поверхность наружная. И моделирую ровно по границам моей стены, моей крыши, прошу прощения. P-образный профиль. Вот такой. Смотрю на трехмерный вид. Ну, можно было стенки сразу же сместить, настроить параметр смещения, чтобы у меня еще был небольшой промежуток. Давайте этого сделаем. Ну, я сместить не буду уже пользоваться, я просто перемещу, смещу их в данном случае при данном масштабе, пускай на 200 мм. 200-250 мм. 250 мм в эту сторону перенести. 250 мм в другую сторону. Вот таким вот образом, чтобы у меня был небольшой свес. Выделю стенки, присоединить верх основания, соединю со своей маленькой крышей. Вот они.
Снова стенки у меня все еще выделены. Сам же их отжал. Если вы случайно выбрали из выделения, нажимаем на Tab на наших стенках, выделяются только стены. Присоединить верх основания, присоединить снизу. Стыкуем их к основной нашей крыше. Теперь что нам нужно сделать? Присоединить саму крышу. Присоединение, отсоединение крыши. Нажимаем на грань. Нажимаем на основную часть. Я вижу то, что стены мне необходимо будет подрезать. А конкретно либо на виде сверху, либо на площадку перейду. Посмотрю, насколько мне необходимо их подрезать. В данном случае мне их необходимо загнать под свою маленькую крышу. Я просто зажимаю левой клавишей мыши и перетаскиваю маркер. Вот таким вот образом. Здесь у меня никаких участков пустых не осталось, потому что стены присоединены. Дальше что я делаю? Снова вкладка «Архитектура», «Слуховое окно». Нажимаю на основную часть моей крыши. И общелкиваю «Стена», 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 «Эскиз крыши». Перейду в скрытые линии, чтобы вы увидели четко. Я помню то, что у меня эскизные линии, нажал Escape, строятся по внешней границе моей стены. Этого не нужно делать, привожу их к внутренним границам. Чисто, которые были у стен. Дальше соединяю при помощи обрезать, удлинить до угла. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Смотрю, я и так уже находился, в трехмерном виде, в реалистичном. Здесь у меня уже прорезалось слуховое окно. Здесь еще остался небольшой участочек, вот если посмотреть по подрезаемому участок крыши, можно еще немного сместить наши стены, но сейчас я этого делать не буду. Дальше мы просто можем ставить сюда окно при необходимости, то, которое вам понравится. Получилось достаточно крупногабаритно, потому что я не редактировал настройки основных своих крыш. Она получилась произвольным габаритом. Если вам понравилось данное видео, вы знаете, что нужно делать. Скоро увидимся.